сегодня я вас обучу целым трем нереально крутым эффектным фокусам с канцелярскими резинками. Если вы хотите видеть еще больше фокусов с канцелярскими резинками, давайте наберем 70 лайков на этом видео. Я выпущу вторую часть еще более крутыми фокусами с канцелярскими резинками. Ребята, поэтому ставьте прямо сейчас лайки и пишите в комментарии, мы хотим больше фокусов с канцелярскими резинками. Погнали обучаться! Вы берете обычную резинку, одеваете ее таким же самым образом на руку. Здесь у вас на большом пальчике, здесь у вас получается на начале мизинчика. Вот так вот. После чего все, что вы делаете, это вы всего лишь взмахиваете рукой примерно на такую амплитуду, как будто вы хотите кого-то остановить, типа стой, стой, стой. И в моменте, когда вы поднимаете руку вверх, вы делаете такое движение, показываю очень медленно. И опускаете. Вверх. И опускаете. Вверх. И опускаете. Таким образом у вас резинка прыгает. Второй фокус у нас выглядит примерно так. Берем какую-нибудь резинку, обматываем наши три пальчика вот эти. И зритель хватает и держит эти наши два пальца. Мы делаем раз, два, три. И резинки перепрыгивают с этих трех пальцев на вот эти два. Резинку можно дать на проверку, все максимально честно. И как же делать этот фокус? Все очень просто. Вы берете резинку. Итак, как же сделать данный фокус? Вы берете резинку, одеваете на руку, подходите к зрителю, говорите, смотри, у меня есть резинка. Натягиваете ее вот сюда. Вот так вот. После чего вы здесь левой рукой ее вот так вот зажимаете. После чего вот эту вот часть вы возвращаете, только смотрите внимательно, что у вас здесь не было такого вот перекрута. То есть вы вытянули, зажали, ровно возвращаете вот сюда. Складываете эти три пальчика и опять возвращаете и одеваете на эти три пальца. Сейчас вот такая вот ситуация. Зритель, разумеется, видит только сверху. И, разумеется, он полностью уверен в том, что резинка едет на эти три пальца. Как бы у вас здесь на руке... Сейчас, где там резинки мои? У вас здесь на руке еще куча резинок, поэтому это здесь даже не бросается вообще никак в глаза, если вы показываете фокус в футболке. После чего вы просто просите взять его за эти два пальца, зритель держит, вы этот большой палец отпускаете, и резинка сама перепрыгивает вот сюда. Давайте еще раз. Взяли резинку, поставили нашу руку так, вытянули, зажали, далее здесь так вот раскрыли, вернули и одели на наши три пальчика. И резинка сама перепрыгивает. Еще раз. Здесь очень важно просто понять, как это сделать. Тяните. Далее здесь вы вот так вот захватываете, без перекрута возвращаете обратно, и далее опять возвращаете обратно, одеваете уже на три пальчика. Самое главное, что у вас просто здесь не было перекрута. Очень частая ошибка, где-то такой вот перекрут, и у вас уже ничего не получится. Поэтому еще раз внимательно смотрим. Вытянули сюда, здесь зажали, вытянули обратно, поставили наши три пальчика и одели на три пальчика. Без перекрутов. И тогда резинка у вас сама сюда перепрыгнет. Давайте еще раз с такого ракурса. Взяли резинку, одели, потянули, здесь ее зажали, вытянули вот сюда и одели на три пальчика. Все без перекрута. Очень важно. Раз, два, три. Вы берете эту резинку, и в чем секрет? Секрет вообще элементарный и очень простой, вообще даже будете смеяться. Моя камера. Вот. Мы берем и хватаем резинку не указательными пальчиками, а средними и большими. Держим вот так. После чего мы немножко так вот поворачиваем нашу руку вперед, ой, вниз, и наши эти два указательные пальца, вот эта вот часть резинки, вытягивают вверх. И указательные, и средние наши пальчики складываются вместе. И таким вот образом, когда мы делаем вот так вот, создается полная иллюзия того, что у нас происходит разрыв. Давайте еще раз. Вот наша резинка. Мы здесь схватили, здесь потянули наверх и сжали обратно. И создается полная, иллюзия того, если будет где-то так вот, что у вас резинка порвалась. А на самом-то деле она у вас не порвалась. Вы так вот якобы разорвали, восстановили, отпустили,
как-то потерли, и она у вас, ой, целая опять. И зритель не понимает, как такое произошло. Идем дальше. Резинка у вас никуда не исчезает, но у вас одевается обратно на руку. И как это сделать? Смотрите. У вас здесь опять же на руке куча резинок. Вы снимаете резинку, то есть вы не снимаете резинку, просто тяните ее от себя, далее вы крутите вот сюда, закручиваете, ставите сюда указательный пальчик и здесь указательный пальчик. То есть слева у нас вот такая ситуация, но вы стоите к зрителю более правой стороной. И зритель этого не видит. Вы даже можете вот так вот ему показать, что на самом деле вы держите соль с указательными пальчиками. Все вроде бы четко, после чего вы здесь отпускаете и здесь открываете ваш пальчик, и резинка у вас улетает обратно куда-нибудь на руку. Еще раз. Очень крутой фокус, очень прикольно, очень интересно. Ставим обязательно лайки. Всем спасибо, всем пока.